Привет, и от Reborn. На одном из моих последних стримов мой подписчик Паша через донатик, за что ему огромное спасибо, присылал мне посмотреть ролик с канала Reflex Rip. Ролик называется «Дыня, Титич и мем Рарыч. Рид коллаб». Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то веселенькое. Поехали! Айсасный народ. Айса... что? Сосед Комкиных, окей. Не то чтобы совсем кончный, а все ж таки долбоёб был. Нужно забыть. Ты великий. Ну, давно он был в говно. Чудеснейшее средство от похмелья, боненьки. Слав, славный витязи русские, сузские. За их службу ратную, развратную, похвала вечная. Бомбим, чувачки! Ты помнишь этот ролик? Блять, я, кстати, даже почему-то удивлен, что YouTube не заблочил этот ролик. Пиздец от князя! Азязя! Сука! Хрена себе! Просыпайся, шашлык! Жесть! Верни ногу на место, дебил. Туалет. Заебал это ебатория. Так, гонец, ты тупой пиздец. Я имя себе богатырское придумал. Елисей. Какое? Сисич. Елисей Сиси. Хорош. Да без разницы. Вязали задницы. Раз уж навязали тебя на член, то я беру тебя в плен. Ух ты. Делать то, что так я велю, раз, и молчать при этом. Сас. Я тебя спас. И в... Благородство играть не буду. Блин, где я это слышал, блин? Не помню. Я понятно объясняю. Понятно. Так. Зараза. Букет с болеванием. Я вот здесь пораскинул мозгами. А умеешь, что ли? В каком смысле? Блядь, ты что-то осуждаю. Так. Раки пора. Совпатен, вон стол. Что он нужен? Без гона, ровный. Бля, охуенно. Так. Ха. Фига себе там лицо. Да ты заебал! Да хватит меня бить постоянно! Ой, что-то новое. Чем говоришь, пожаловал? Так. Я... Да хуеву знаю. Нормас. Конец истории. Короче, же есть. Же есть. Осуждаем, да. Ты сука, ты так. Ну, ты ну. Чё-то ни хрена не понял, что тут был. Короче, какой лепс без шутки про друс. Это правильно. Блин, ну вот у соседа Комкиных было прям нормально, все понятно, а здесь что-то как-то кривовато, мне кажется. Блин, здесь без соса, что мужик без дрочки. Короче. Все. Проверить углы! Проверить углы! Да не ори ты, блин, я все понял. Доброго дня, дань, дня тебе, князь киевский. Так. Я рыр. Я не похуй. Вот нормально сделано. Хорошо. Короче, пиздец, хорух, сос, ехали, да, пиздехали. Пиздехали? Два витязя, разъяснитесь, храбрый. Витязя, разъяснитесь, чё? Подъебали тамыка и танцевали крабыка. Да это же этот, как его, доктор Зоенберг. Ебануть. Согласен. Добрый рун, дали шишку потребить. Нет. И зарабатывать увиду. По-моему, как раз наоборот.
Ты чихач, но крашиваешься. Добрынь, ты не понял. Ко мне. Короче. Я даже не хочу узнавать, что там было за кадром у них. Когда мы перебежали сарацины, все дрожали. Замочу порубим, но крашивался им скоро будет наш. Так. Бабриня. А ты когда-нибудь пила? Ну, бабах видел. Кого? Что? Да, конечно. Сука, нихуя себе, мы где? Лицо. Блин, опять как-то криво все сделано. Избушка на курьих ножках. Стань к заесу задом, ко мне передом. А ну, пошла нахуй. Упадет. Ты, блядь, гондон драный, в жопу ебаный, пидор. Идите нахуй. Ладно. Так! Чему его можно научить? Это самый уродливый кух, которого я когда-либо видел. Сас. Так это же мы были люб... О, нифига себе. Слыхал? Пить сил у князя пропал. Ха, почему еще? Да мне похуй! Ага, попалось чудище трехголовое. Какая жесть, это стрёмно, фу. Мерзость. Выплюй-ка. А, он вот так вот. Surprise, motherfucker. Так. My touch, my la la la. Я веду неравный бой. Ой, так это почки принесли. Куда хватаешь? Какие почки? Не видишь эту мигрень? Ой, да пожалуйста, больно надо. Осуждаю. Я не виноват, целую, князь. Сэмпай! Сэмпай! Да не тебя он целует, а его. Нужно забаву отпускать. Ага, сейчас за нее почти 40 гривен плачено. Шеешь? Так а чё? Чё делать-то? Не знаю. Опа, я! Что делать? Садись на бутылку. Опять? Не опять, а снова. 10 раз. 20. Ну, держись, богатырь. Отдавай зас, жулик! Не воруй! Жулик, не воруй! Дай ты нахуй! Ты, Ирод! Ты чё делаешь? Меня! А ты мне могли бить? Ебать, мемос, моя жизнь. Слушай. Что это за музыка знакомая, не помню. Еле сесть. Еле сесть? Слушай, я так. Взял тебя за жопу. Зачем ты его взял за жопу? Я делу ратному обучать, а не засыточить. Он ёбаный волшебник, он ёбаный волшебник. А быстро покажи жопу ему. Так, жопня. Кого? Ты хочешь, чтобы я тебя отодрал? Нет. Почему кусил рот? Фу. Так это Шайтанан Батыр! Чё? Он самый. Сделаешь так, чтобы они сюда не дошли, и нах пошли, и не могло, как не бывало. О, нашлась. Сюда. Иди сюда. Глупая. Ой. Да стой ты! Я так бегаю, убегаю с вами. Здорово, бандиты. Фига себе, он там летит. Смешной. Опа. Случай вышел. Нормальный. Диня, а я слышу, идет кто-то. Топ-топ, а это ты. Ох, колывана. Ревана. Сейчас.
мертвый. Половина глубокая, скотина болотная, от земли подобись, войско темное, ебись. Твои глаза. Мумс. Да только деда вовек не поломается. И долго, долго может беседа женская продолжаться. Ой, вот достает как пакетик с чаем, туда-сюда пускает. Сдулся. Без, блин! Передос с пафосом! Куда ж ты рулишь? Левее, говорю! Так. Фига себе. Бич! Музыка прикольная, блин, где-то слышно, не помню. Ну, что делать с ним будем? Предлагаю голосовать. Голосование. Окей. 5, 4, 3, 2. Пусти на хавчик. Голосование завершено. Побежал, мы же тебя на хавчик пустили. Див девицу простую. Стали друзья верные сраться. Зачем? Да. Видимо, ни хера не друзья, они верные. Смешной случай вышел. Блин, ну видос классный получился. Спасибо большое коллабу. Огромное спасибо моему подписчику за просьбу. От души поржал. Надеюсь, вы тоже. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.